Всем привет, друзья, это канал Мусалим. В работе у нас Mercedes B-класса. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию. Салон мы уже разобрали, краткий обзор штатной шумоизоляции. Видите, пол в багажнике, таких вот несколько кусков вибры на арках. На самых шумных местах автомобиля тоже по такому квадрату вибры. На этом ограничились. В дверях на такую большую площадь сейчас таких вот несколько кусков фибры. На всех четырех дверях так. Ну, пол в салоне практически голый. Кое-где вибры проявили. Потолок. Также полоски вибры. И все. Сейчас подготовим поверхность и приступаем все дело исправлять. Закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Mercedes. Проклеен у нас пол в багажнике. Также проклеили арки. Все тщательно прокатали валиком. Проклеена крыша первым слоем. Проклеены двери. Слышите, уже более глухой звук у нас образовался. Также прокатали первым слоем пол в салоне. Ну и по правую сторону приступили клеить второй слой шумопоглотителя в дверях. Называется он Integra, толщина 6 мм. Продолжаем наши работы. Закончили клеить шумоизоляцию автомобиля Mercedes. Проклеен у нас пол в багажнике. Также проклеили арки шумопоглотителем. Нанесли в дверях третий слой вибропласта, все тщательно прокатали валиком. Ну, также уже заканчиваем клеить четвертый слой шумопоглотителем. Положили такой ковер на пол в салоне и проклеили крышу. Приступаем собирать. Закончили сборку салона после полной шумоизоляции автомобиля Mercedes. Ведь весь пластик, все детали стоят на своих местах. Никаких повреждений после разборки сборки салона мы не оставляем. Все стоит по заводскому. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.